На один день актовый зал Центра культуры и досуга превратился в большую кастинговую площадку. Побороться за право представить регион на конкурсе «Мисс Беларусь» собрались самые красивые девушки областного центра. Каждая со своими амбициями и ожиданиями от этого грандиозного испытания. Я пришла на конкурс, наверное, чтобы побороть немножко свою неуверенность в себе, побороть какие-то свои страхи. Я думаю, что это будет очень интересно и интересный опыт. Я считаю, что представительница, которая будет носить титул «Мисс Беларусь», это не только красивая девушка, но это еще девушка, обладающая харизмой. Она должна быть вежливая, высокоинтеллектуальная и, конечно же, разносторонняя. И я могу сказать, что такими качествами я обладаю. Перед членами жюри, в состав которого вошли опытные специалисты в сфере моды и красоты, стоял непростой выбор. Важно было разглядеть в каждой участнице все до мелочей – взгляд, улыбку, природную грацию и артистизм. Конечно, бы очень хотелось поговорить с девочкой, потому что одно дело быть внешне красивой, другое дело уметь держаться перед камерой, перед публикой, перед аудиторией, уметь разговаривать правильно, правильным голосом, наверное. Как она умеет держаться. Среди участниц отборочного этапа представительницы разных профессий и отраслей, от педагогических до производственных. Вне сомнения, для каждой из девушек городской кастинг – это хорошая возможность научиться презентовать себя, открывая при этом самые разноплановые стороны личности. Национальный конкурс «Мисс Беларусь» – это возможность показать себя, возможность познакомиться с новыми людьми, возможность набраться нового опыта. Поэтому сейчас все девушки пришли показать себя, получить новый опыт. Будем ждать результатов. В итоге в очередной этап, который пройдет в феврале 2018-го, прошли 10 участниц. Именно они поборются за право привести в Брестский регион титул «Мисс Беларусь».